call Michel. Я сам представляю как бы юкагиров. Юкагир — это древнейший народ Якутии. Один из самых, наверное, древних и в то же время один из самых загадочных. Там до сих пор и оленеводство, и охота, и рыболовство сохраняют те традиционные черты во многом, которые вот были в столетии. Пенет ушкой. На камсельском пенет ушкой. Семенки не верят к ним. А мы не арат, мы ркушикой. Но таскать не верят к ним. На сегодняшний момент язык фактически уже умирает. На лесном юкагирском языке осталось только 4 носителя. На тундренном 12 носителей родного языка. Носителями за тех, кто думает на родном языке. Есть много разных вызовов, да, это изменение климата, это глобализация, это экономическая ситуация и очень много других факторов, которые приводят к тому, что в том числе оленеводство, охота, рыболовство, они все сейчас находятся в сложном очень положении. И если это будет ситуация так идти, как сейчас, то, к сожалению, уже я могу оказаться свидетелем того, что уйдут последние носители языка, и культура как таковая исчезнет. Именно это подвигло вот нас тем, чтобы все-таки возникла такая идея, чтобы номинировать этот регион именно как один из историко-ландшафтных таких памятников наследия ЮНЕСКО. Я первый раз приехал к вам, довольно-таки далеко от Москвы, вот, и все довольно-таки необычно, интересно, и просто вот хотелось бы от вас услышать, какую культуру вы представляете, что у вас вот самое главное в вашей культуре, то есть что вы хотите защитить и передать следующим поколениям. Стараемся сохранить, передать все традиции, обычаи, главное, чукотский язык младшему поколению, да, следующему поколению. Поэтому наши дети поют и разговаривают на чукотском языке. Сегодня мы смотрели, только на чукотском поют. Стихи, песни, чукотские танцы. Вас. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Ну вот это вот наше традиционное жилище. Кстати, это такой комплекс этнографический. Да, Вячеслав, могли бы вот рассказать, на каком сейчас этапе, на какой стадии находится, собственно, продвижение проекта с учетом той работы, которая была выполнена Хоган Лаус по подготовке? Что сейчас уже удалось достичь и какие шаги следует проделать дальше? Конечно. Мы пока так и остаемся на начальном этапе, потому что для того, чтобы номинировать, необходимо подготовить достаточно большой объем различной документации. К сожалению, это требует дополнительных средств.
И я надеюсь, что вот ваша поддержка, поддержка Hogan Lovells, приведет к тому, что это привлечет все-таки внимание официальных властей. Потому что без официального финансирования и так далее эту работу невозможно сделать. Понятно. То есть следующий этап – это привлекается финансирование, приглашаются специалисты, и они уже, им продается их материал, да. И они уже занимаются подготовкой, да. Вот, заявки целиком. Да. Пока с нашей стороны мы как общественники это поднимаем вопрос, возможно, этих усилий недостаточно. Если бы вот какие-то авторитетные международные организации подключились и сказали, что это действительно представляет большой интерес, то, наверное, это бы подвигло в том числе и местные власти поддержать. Рад тебя видеть. Добро пожаловать обратно в Москву. То есть тебе понравилось все? Как встретили вас? Вы же были на празднике солнца, видели все эти малочисленные народы Крайнего Севера все в одном месте. Как это помогло проекту? Помогло тебе лично осознать, что мы делаем, почему мы это делаем и почему это важно для наших соотечественников? Да, поскольку когда мы это делали в офисе, то есть занимались бумажной работой, было не так понятно вообще, для чего мы это делаем. То есть, ну, мы понимали, что вот есть, условно, техническое задание, нужно подготовить документы для включения в эту территорию в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако вот истинную цель, суть вот этого проекта, ну, ее нельзя было понять, пока не посетишь это место, не поговоришь с этими людьми. Здесь вот Вячеслав, Юкагиры, Чукчи и другие народы Эвены и Эвенки. Мы можем на их примере посмотреть, как они ведут борьбу за свою культуру, за свою самобытность, за сохранение этого. Они пытаются доказать, что это важно. Про Чукчи есть множество анекдотов, на самом деле, у нас. Но приехав сюда, понимаешь, что это действительно гордый народ. Не только Чукчи, конечно, Юкагиры и другие, что это очень гордый, сплоченный народ, что они стараются, борются. И как раз на их примере мы можем учиться у этих людей.